Сегодня истекает срок оплаты лицензионного сбора за хранение и реализацию алкоголя. Предприниматели, не сделавшие этого, рискуют получить крупный штраф. В Казахстане вступил в силу закон, направленный на упорядочение торговли спиртным. В стране насчитывается свыше 40 тысяч розничных и около 1000 оптовых точек продажи крепких напитков. По словам специалистов, каждую пятую бутылку продают нелегально. Сбор введен для сокращения теневого оборота спиртного. В селах его сумма составит от 30 до 70 МРП, а в городах 100 МРП. Хранение и реализация алкогольной продукции без уплаты лицензионного сбора влечет штраф на должностных лиц в размере 120 месячных расчетных показателей, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц субъектов малого предпринимательства в размере 150 МРП, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, в размере 200 месячных расчетных показателей, ну, а на юридических лиц, которые являются субъектами крупного предпринимательства, в размере 700 месячных расчетных показателей, и при этом приостанавливается действие лицензии.